Валерий, скажите, как такое возможно, чтобы персик стал лишним? Вот, ну это я уже почти для прикола. Пусть Борис не обижается на меня. В 16 году сестра подарила мне ваши саженцы. Персик я посадил у себя на работе. Там есть видеонаблюдение. Интересно, при чем тут? В 2017 на нем выросло 7 штук сладких сочных персиков. В прошлом году ничего, а в этом выросла вишня. При этом и саженцы деревца превратился в шарообразный куст. Короче, я не смог сюда скопировать этот самый куст, или как он. Ну, короче говоря, на фотографии была, правда, волочная вишня, круглая такая, шарообразная. Вот. Выглядит как сказка. Дело в том, что я, ну если еще вот это вот реально, что персик стал волочной вишней, я только вспоминайте, я рассылал вам, я пытался, ну мало информации, хоть и видеонаблюдение, но я-то ничего не вижу. Кроме обычного стандартного куста вишни и войлочника. Что делать? Начинаю вспоминать. У меня был куст один, второй, третий, на которых... А как же получилось, что рассаженный, значит, он был привитый? В общем, запутался я сам, и вы меня запутали, уважаемый Борис. Вот. Если это не прикол, но ну, вряд ли вы стали бы надо мной так шутить. Но что-то в этом может быть. Может быть, у меня несколько чудес.